Всем привет, ребята! Вы попали на мой канал. Сегодня я вам покажу наши цветы, которые растут у нас в саду. Ну, в общем, не в саду, а во дворе. Давайте я вам покажу. Вот у нас такие цветы растут. Правда, я не знаю, как их зовут. Как их называют? Название цветка я не знаю. У нас вот по утрам такие вот цветы растут. Смотрите, даже фиолетовые бывают. Так вот покажу. По вечерам, когда немного темнеет, вот эти цветы выпадают. А на следующее утро уже растут новые цветы. Тоже такие красивые. Я вам даже еще вот эти цветы. Посмотрите. Не знаю, вам видно или нет. Вот нет. Все-таки они еще новые. Вот это тоже открывается. Посмотрите, опять эти цветы. Вообще, она самая огромная. На эти цветы. Смотрите, какая она маленькая. Я даже не знаю. Вот такая маленькая. А этот цветок уже засох, кажется. Смотрите. На этот потрясающий цветок. Смотрите, сверху очень красиво. Я не знаю, вам видно или нет. Эти цветы у меня есть и фиолетового, и розового цвета, и вот такого нежного розового. Здесь полно нежных. Но вот сейчас, кажется, хочет открыться такой вот. Ой, не тот. Вот этот вот цветок, кажется, розовый открывается. Смотрите, вот. А этот такой фиолетовый. Который сейчас был. Смотрите. Вот эти вот цветы называются утренние цветы. Ну вот эти вот не знаю, вот это вообще непонятно, что это цветы. Но здесь просто их куча. Кто-то у нас здесь спрятался под листьями. Вот таких у нас есть еще так темного, скажем, яркого. Смотрите, такой вот. Очень красиво. Это просто потрясающе. Видите, как красиво. Просто невозможно. Каждое утро, вот, они где-то к 12 часов, вот эти вот цветы, да. Вот эти вот цветы, да, розофиолетовые, они у нас растут. Вот здесь вот к 12 часов уже отпадают, а на утро уже бывают новые, растут новые цветы на место. Да, посмотрите, еще такие вот. Ну, не засохла. Третья засохла. Один уже выпал. Смотрите. Когда они вот становятся вот эти вот, допустим, вот эти вот, когда выпадают, они вот выглядят так. Выпало уже. Жаль. У нас тут еще перец растет красный и зеленый. Посмотрите. Вот перец. Да.
вот эти вот цвета вообще ужасно стали. Но они, когда начинали растить новые, они были потрясающие. Но сейчас как-то не хотим. А, у нас еще такой цветок растет, я вам забыла показать. Видно или нет? Вот такой. Смотрите. Надеюсь, было видно. Так. Надо бы сделать селфи. Смотрите, новый такой вот цветок открывается. Хочет одну вот такой. Вот, смотрите. Надеюсь, что этот будет красивее. Смотрите, этот хотя бы красивее. Вот, вот этот вот хотя бы красивее всех этих цветов. Ну, то есть его друзей. У нас еще лукашки есть цветы. Вот эти вот цветы, утренние цветы, здесь я тоже росла. Но оно уже здесь засохло. Да, так стало. Ну вот посмотрите, как оно в этой красоте. Видите, это красиво. Мне больше всего даже не знаю, какие цветы нравятся. Ну вот этот тоже нравится, и этот нравится, и не знаю, все нравятся, и вот, и этот тоже нравится. И вот, который сзади, вот такой красненький, вот нравится, не знаю, видно, такой, нравится. А вот эти вот мне не совсем уже нравятся, они быстро засыхают. Ой, здесь просто красота. Да. Ой, еще красиво. Посмотрите, они еще новые растут. Очень красивые цветы. Так. Мне только вот такое это показываю. Смотрите. Ой, здесь растет такая красоточка. Но она хотя бы лучше. Ребята, сейчас я вам покажу, как я вышла со двора. Вот иду сюда. Смотрите, иду. Вышла, да? Дома со двора. И как наши цветы выглядят. Вот посмотрите. Они здесь даже выпадают. Но это не наш двор. Вот за ней наш двор. Я там снимала. Смотрите, здесь просто камни везде. Давайте я вам так покажу. Очень красиво. Правда, я однажды была у тети дома, у бабушки дома, я к ним пошла сюда. И вернулась, я увидела тут такой сад, вообще потрясающий. И вообще, я не видела те цветы, которые с ними. Утренние цветы я видела. А вот. Но вот эти вот цветы я не видела еще. Даже название не знаю. Вот эти вот цветы я не видела. Да, я вам почти все цветы показала сегодня. Ну вот. Красота. Для меня это большая красота. Да, очень красиво. Мне даже кажется. Не кажется, так и есть. Напишите в комментариях, вам понравились эти цветы. И всем пока, ребята. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Всем пока!